Всем привет! С вами Стофити и компания, и я Саня. Сегодня у нас суббота. Мы с Калюнкой, вот с этим вот, с Калюнкой Баранцовым, выехали на рыбалку. Первый раз мы поехали на реку Печора. У нас был запрет выезд на лед еще. Но вчера созвонили с МЧС, узнали, в общем, все разрешено, потому что лед уже 36 сантиметров. Хотя мы приехали сегодня и начали буриться, то, ребят, говорю сразу, шнек ушел полностью под лед. Сидим мы в нашей палатке 4Т Лонг, вот в Калюнькиной. Пробурились. Три луночки. Сидим, рыбачим. Погодка сегодня, конечно, можно сказать, очень-очень плохая. Ну, как вот говорят, сорожья, потому что сейчас у нас минус 2, но днем обещают плюс 2. Но увеличение ветра будет аж до 8 метров в секунду. Поэтому должна сорога клевать хорошо. Просидели мы час буквально и очень-очень слабенько клевало. Если точнее говорить, то Калюнка вытащил только одну рыбешку. И вот где-то вот в течение 10-15 минут мы уже начали рыбачить. И по сравнению с сорогой с озером Харитоновка, посмотрите, какая здесь сорога. В этой кошелке рыбы-то, наверное, десятка два от силы. Но лапти, конечно, ух, хорошие. Честно говорю, где-то, ну, грамм 300-400 в ней будет точно. Да, Калюнь? Приятно ловить, потому что поклевки такие, не дергает ничего, так вот потихонечку взяла и аккуратненько опустила. Или же, наоборот, подняла. Я вытащил тоже одну сорожку, и у Калюньки вы видели только что одна сорвалась. Но это не беда. Как мы все время говорим, значит, она была не жирная, значит, она была невкусная. Обаньки! Еще одна. Сегодня у нас только Калюнька рыбачит. Но я говорю, вся прикормка ушла к нему, поэтому... Да ладно, но... Прикормка, ну, просто мормышки, может быть, другие. Разные мормышки, вот только на одну мормышку. Ну, я рад за него, серьезно, ребят, рад. Он говорит, что у него мормышка-то другая. Ну да, я увидел, у него такая вот зелено-желто-ядовитого цвета. Поэтому, может быть, сейчас попробуем подцепить такую мормышку. У меня есть такая. Ну ничего, у нас еще впереди еще целый день. Я думаю, ребят, мы наловимся. Прикормочка у нас своя, плюс магазинная. Калюнька сварил кашу и в нее добавил магазинскую приправу. Ну, то есть для запаха. Течение здесь, кстати, присутствует. Такое неплохое, могу сказать. Мы когда опускали кормушку вниз, то кормушку сносило сильно. Видите, да? Леска уходит в сторону. Течение в том направлении. Мы не одни на реке. У нас тут еще и рыбаки есть. Сидят вон, посмотрите. А, плохо видно, потому что ветрище сильный. Вон там вон они сидят. Приехали мы на снегоходе Yamaha Professional. Вон она, посмотрите. Она, правда, за чехло, в чехле, потому как сегодня у нас будет и ветер, и снег. Ее не заносило. Ну, я показывал на видео. Если вы посмотрите наше видео буквально где-то за май-апрель месяц, вы ее там увидите. Рыба, наверное, оттуда идет же, понимаешь, по прикормке. И она просто до моей удочки дойти не может. Ты ее перехватываешь. Да что ты, а ну Калю, ну так нечестно, а? Все, поправил. Да как я по чесноку, блядь. Именно вот на эту удочку у Калюньки больше всего поклевок. Потому что, когда прикармливались, то
именно вся прикормка пошла под эту удочку. И поэтому здесь больше прикормки. Ну ничего. Сейчас вот главное, чтобы рассвело хорошо. И поклевки будут. Ребят, я говорю, знаю точно, поклевки будут. Как сравниваю с тем годом, точно так же мы приезжали заранее, пробурились, немножечко посидели в течение где-то 30-40 минут. И поклевки понеслись. Надеюсь, и в этом году, то есть сейчас, будет то же самое. Сейчас на данный момент у нас без 15:10. Еще впереди целых 3 часа, потому как день у нас уже коротенький. В 2 часа уже смеркается, в 3 часа уже темно. Ну что ж, а мы продолжим рыбачить. Ну все, ни пуха, ни пера нам. К черту. Понеслась. Обаньки! Обаньки! Вот это рыба так рыба, да? Не то, что на Харитоновке. И поклевки нравятся. Так аккуратненько взяла и пошла. Ух! Вот это лапать! Прям аж приятно посмотреть на такую. Ого! Вот это красавцы! Ух! Так, сейчас мне нужно быстрее рыбачить. А то Калюнка так сейчас всю рыбу выловит. Вот так вот, по чуть-чуть. Вы уже видите, уже сколько в кошелке у нас уже рыбы. Уже, можно сказать, половина кошелки есть точно. Баньки. О! Ух! Класс. Вот он, крупняк. Все. Вот он, крупняк, блядь. Да я покусал. Ого! Тут еще и щука ее покусала, смотрите как, ребят. Повернись. Вон, видите? Я готова, я покушала, все, можно клевать, можно. Вот, молодец, давай. Ах ты ж по губе. Сейчас сразу к тебе перелетнулась, да? Опа-на, вот она. Вот она, родная, вот она. Вот она, вот она. О, какая красава! Даже руку уворачивает, да? Будем заканчивать рыбалку. Наловили мы неплохо. Вот столько вот рыбы. Рыба хорошая. Но, признаюсь, клевала она где-то до полпервого дня. Просидели мы 2 часа. Поймали всего только 2 рыбешки. И те небольшие. И, в общем, будем собираться домой. Чё сидеть, чё ждать? Все, ребят, смотрите нас, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч!
С вами был канал Стофики и компания, и я, Саня. Пока.